Всем привет, с вами Белый Ворон. Давненько не было видео, это было связано с тем, что я работал, так сказать, добивал последние дни лета, поэтому времени было объективно мало. Да, вот такая у меня дача. Где-то давно я слышал такую фразу: «Хочешь заиметь проблемы? Хочешь, чтобы ты был все время занят? Приобрети дачу». Раньше я относился к данной фразе как к шутке, но со временем я полностью разделяю ее справедливость. Она верна. Вот, поэтому время на создание праздничного ролика на 1000 подписчиков у меня выдалось в последний день лета. Да, сегодня 31 августа. Я воздержусь от комментариев по этому поводу. Фразочки по типу «лето прошло как один день» уже давно затерты до дыр. И с ними бессмысленно спорить, ведь с правдой не спорят, ее принимают, как вы знаете из всеми известной истории. Конечно, это с одной стороны грустно, ведь времени в связи с учебой станет меньше. Но с другой стороны, я уже сказал, я устал от работы, поэтому смена обстановки — это априори круто. Но вы не волнуйтесь, видео все равно будут выходить. В планах одно научное видео, также хотел бы написать новый рассказ, также кавера на гитаре, возможно даже не в соло. Ну и конечно же превью коллаба Hopeless Time. И сегодняшнее видео будет посвящено ответам на вопросы и новостям. Ну и сразу же отвечу на самый популярный вопрос. Как обстоят дела с коллабом? Дела хорошо, ГП почти полностью построен, есть задекорированный парт, но в структуре постройки есть поправки. Я подумал, что если строить под full song, то левел будет очень длинным, где-то 2 минуты 40 секунд. Поэтому я решил сделать апсет раньше и укоротить уровень до оптимальной длины. В 1 минуту 44 секунды, ну это примерно. Решение спорное, но мне оно кажется верным. Поэтому такой порядок. Постройка продолжается, и думаю, уже скоро я выпущу превью уровня. Безусловно, решение, возможно, неверное, то, что я решил укоротить уровень. Оно не окончательное, я все-таки еще над ним подумал, поэтому не спешите с выводами. Время покажет. Второй вопрос, тоже наболевший у многих. Сколько мне лет? Я не хотел отвечать на него в комментариях, ведь это не очень круто, поэтому отвечу на него в видео, чтобы уже все это знали. Хотя я вроде это говорил на стриме, да, у меня был один стрим, если кому-то интересно. Но не суть, я на него отвечал на этот вопрос. Итак... Мне почти 16. Если кому-то интересно, день рождения будет 16 октября. Да, символично. Что же, вопрос закрыт. Третье. Анонс. Еще выпущу одну серию уровней от подписчиков. Можете прислать челленджи на почту, указанную в описании. Четвертое. Какой у меня хардест? Сказать тяжело, ведь я не слэйер, и вообще последнее время я не играю в ГД. Только лишь продвигаю постройку коллаба. Из достижений у меня пройденные все официальные уровни и 20 изи медиум демонов. Самый сложный, наверное, X, хотя я не уверен. Повторюсь, я не слэйер и не готов гриндить уровень. Хотя я бы хотел пройти Gold Temple, медиум демон или Бисмарк. Посмотрим, все-таки немного попроходить что-нибудь можно. Пятое. Как быстро мне приходят идеи для видео? Вопрос немного каверзный, в плане того, что на него у меня нет определенного ответа. По-разному, порой быстро. Но иногда, когда есть время и мотивация для создания ролика, идеи отсутствуют, наступает время перерыва. Некое затишье, которое вы частенько лицезреете. На основные вопросы я вроде бы ответил, а теперь к главному. Да, 1000 подписчиков – классная цифра. Кто бы там что ни говорил, ну, мало ли кто-то скажет, что, мол, это ни о чем, но для меня эта цифра значима. Спасибо вам за нее, вы лучшие. Дальше больше. Так, на дворе вечер 31 августа, поэтому пора заканчивать. Прежний порядок вещей завершен, теперь все немного будет иначе. В любом случае, спасибо вам за все. Про дальнейший расклад я рассказал. У меня, конечно, есть пару офигенных идей для видео, но оставлю их, наверное, на потом, на лучшие времена. Может, когда будет монетизация, и чтобы этот труд хоть немного купился. Но вы не волнуйтесь, когда-нибудь вы их обязательно увидите, они будут классными. Ну все, ждите новых видео, о которых я вам говорил в начале. Я все равно их буду делать. Пусть даже и времени будет меньше. Вот, и все-таки, если хотите еще что-то узнать, спрашивайте, буду рад ответить. Спасибо за просмотр, всем добра и до встречи в новых видео.